Владелец «Мерседеса», попавшего вчера в ДТП на Мельникайте, установлен и привлечен к ответственности. Напомню, компания молодых людей устроила гонки по городу, несколько раз грубо нарушив правила дорожного движения. Все это они транслировали в прямом эфире в соцсетях. В какой-то момент, объезжая светофор по встречной через две сплошные, водитель не справился с управлением и врезался в столб. После того, как на место прибыли сотрудники полиции для оформления ДТП, молодые люди начали активно им мешать. Инспектору пришлось применить слезоточивый газ в отношении одного из хулиганов. В итоге машина была эвакуирована на спецстоянку. Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, за выезд на встречную полосу, проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, за неиспользование ремня безопасности им самим и пассажирами, а также за оставление места ДТП. На собственника машины составлен административный материал за неиспользование ремня безопасности.